Всем огромный привет, дорогие друзья! Сегодня мое маленькое видео о пикировке томатов. Делаю я это в первый раз и поэтому решила показать. Прошло 10 дней, как зашли помидоры, и я их пересадила в отдельные стаканчики. Благо, что стаканчики я купила сразу же, когда покупала семена. Сделали мы внизу такой дренаж, и вот я посадила. Помидорки у меня поздние, я их посадила 22 марта, поэтому они еще такие у меня маленькие. Я их пересадила, уже прошло 2 дня, как я их пересадила. Я их полила, поставила на окно, где нет солнца. Ну, вроде бы они у меня все отошли, все прижились. А сегодня третий день. Сегодня у нас такая прекрасная погода, что я их решила вынести на улицу. То есть теплицу я оставила там, ну, немножко постоять, пока было солнышко. Я добавила еще немножко земли. А вот смотрю я все равно на них, на мои маленькие помидорки. Листочки у них такие тоненькие и зелененькие, но цвет не насыщенный зеленый. Я их уже поливала луковым настоем. Я на каком-то канале посмотрела, что люди так делают. Может, это рано еще. То есть, дорогие друзья, если у вас какие-то есть рекомендации, вы можете мне смело писать. Я буду очень-очень рада за ваши подсказки. И вообще я рада, что вы ко мне заходите, что поддерживаете меня. Я отвечаю вам тем же. Всем огромное спасибо, что заглянули. Всем пока!